Наверное, в каждой тюрьме есть такой же заключенный, как я. Сюда смотри, это я. А это просто ёбнутый парень. Я могу достать и веревку, и мыло, если хотите, даже шляпу Лепикана. Ты как в супермаркет, только в тюрьме. Нет, у меня реально есть супермаркет. Как я познакомился с Карлом Джонсоном? Эй, старик, мне нужен постер с титьками. Ну, собственно, так и познакомился. Такие сойдут? Да. Ау, отличный плакат, чтобы скрыть нору в стене, которую ты будешь долбить 20 лет. Этот парень слишком много знает. Ой, да похуй вообще. Пст. Чувак, мне срочно нужны мемы. Остался только смеющийся Том Круз и плачущий Ди Каприо. Не доверяй старпёрам мемасики. Сука, нах ты кто? Неважно, ведь у меня есть отличное предложение. Я могу от него отказаться? Нет, ибо от группы Санкт-Клуб со свежими мемасами не откажется даже ушастый. Чувак, дело говорит. Я не настаиваю, но по-моему выбор очевиден. Твой бро. Не твой бро. Спасибо, чел. Морган, 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 да закройся уже, я хотел умереть. Я не хочу, чтобы меня изнасиловали, хочу стать крутым. Просто вступи в банду. Выберешь по каталогу или наглядно посмотришь? Я читать не умею. Это банда мексикашек, без усов и така, к ним не попасть. Привет, я хатец в ваша банда, я очень любить така и буррито. А ты нам норовиться. Дальше идут азиаты, только помни, ни слова больше, я знаю, что делать. 289 плюс 371 умножить на 28 равно 10677. Ты зачем это сделали? Чё там дальше? О, а это банда клоунов? Да, но тебе не стоит к ним идти. Вот же, блять. Фортумости, каждому черному по томатной пасти. Кто тут у нас? Да ты тут, блять. А, я в банду хочу. Ты черный, если чё. Ага, я знаю. Короче, ты попал. Вы меня изнасилуете. Нет, заставим смотреть старомодные фокусы. Это твоя карта? Нет. Может, это твоя карта? Нет, нет, хватит. А это? Блядь, я так больше не могу, надо устроить побег. Это конец эпизода, ребята. А Морган, развяжи меня. Они, кстати, людей едят. Лайк, лайк, лайк. Делай лайк. Колокольчик нажал первым, о новом выпуске узнал. А если не подписался, то обоссался.